Всем приветик! Сегодня суббота, и у нас погода сошла с ума. Лето, ужасные дожди, дожди, дожди. Сегодня, завтра, с ума сойти. Вчера тоже тучи. Дождя сильного не было, но такое себе покапал, перестал. Сегодня дождь. Мы еще попали с Машей под такой ливень. Надо было сходить в библиотеку, в банк. Зашли в итальянское бейкери. Купили, что в итальянском бейкере, гарлик бред. Это чесночный хлеб. Мы думали, что он уже готовый, но оказывается, его нужно готовить самому. Он уже типа подготовленный к процессу запекания. Вот такой батон, порезанный пополам, наверное, смазанный маслом и чесночным, наверное, каким-то составом. И вот его засовывается в этот пакет. И его можно или на костре на барбекю делать, или в духовке. 15 минут, и он получается такой, наверное, с корочкой поджаренной, который пахнет, поджаристый, который пахнет, ну, чесночком. Что мы еще купили? Вот такие упаковки фасоли здесь продаются. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. За 8 таких баночек около $6. Но фасоль хорошая, действительно, вот как бы наша натуральная. Чем тратить деньги, время на ту, которую нужно замочить, потом варить 100 лет. Вот это сразу открывается, и сразу я ее в борщ, 2 баночки, бац. Или так просто подогреть на масле или с лучком, красота. И вот еще какой тут лучок взяли. Мы взяли на пробу, это есть crispy fried onion. Значит, жареный, хрустящий. Это как бы лучок чипсы. Луковые чипсы. Вот такой он. Хрустит, как чипсы. Лук, ну, есть вкус жареного лука. Можно ставить, наверное, во все блюда, где должен присутствовать жареный лук. Опять же, это для тех ленивцев, которые не хотят чистить лук, не хотят плакать от него. Короче, мы становимся все ленивее и ленивее. Вот они додаются в какие-то, что это, салаты или что это, макароны, чизбургеры, гамбургеры. Вот такая штука. Ну, не знаю, ли у нас она пойдет. Взяли на пробу. Что мы еще взяли? Баночка огурцов. Вот такие пиклс. Доллар. Вот такими же упаковками мы можем брать и горошек и кукурузу, но мы не берем. Мы берем просто вот так в розничной торговле по пару штук, по пару баночек. Будем делать салат ДБ. Взяли рис с креветками. Вот такую солененькую рыбку взяли, как бы как тараночка, пивко есть. Взяли вот такой прекрасный тортик в итальянской бейкере. И вот такие, как бы, как сочники, но они не сочники, они с фруктовой начинкой в середине. Зачем торт? Открывая секрет. К нам приезжает ревизор. Степа возвращается с Украины. Завтра идем в аэропорт его встречать. 3 недели уже прошло. Когда прошло, я без понятия. И еще у нас завтра, здесь в Америке, Father's Day, День Отца. Так что мы вот таким образом сделаем салат. Купили хлеб, пожарим рыбку. Тортик, что-то еще туда-сюда, поставим, может быть, в духовку курицу с картошкой, и будем встречать папу, фазера нашего, и будем отмечать Father's Day и его приезд. И бред, вот этот гарлик бред обязательно сделаем. Так что, что мы сегодня делаем, что планы какие? Были в библиотеке, были в банке, в магазине, вот это все взяли, и у нас сегодня планах сделать генеральную уборку. Вот еще что взяла, забыла показать. Это маска осветляющая. Маска, из чего она? Из пыльцы жемчужной. Из жемчужной пыльцы. Я уже как-то ее брала. Ну, чтобы сказать, чтобы ахти, не ахти, но и ничего плохого. Жемчужная пыльца и сакура. Тут какой-то состав тоже входит. Из сакуры, наверное, сок.
китайское. Но я не думаю, что все китайское плохое, особенно сюда. Сюда китайцы плохое не шлют. Их просто не берут, не пропускают всякую ерунду. Так что будем омоложаться. И сегодня у нас генеральная уборка. Ну все, уборка укончена. Укончена. Наша берлога чистая. Почему берлога? Ну, не дворец, потому что обыкновенная квартира, трехкомнатная, очень в которой мало места, обувь вот так приходится держать на дверях. Вот такая штучка интересная тут. Тут, наверное, многие так люди держат и обувь, и для одежды. Такие полки есть, вот такие специальные добавочные шкафы. Шкафы маленькие, ничего не помещается. Так что приходится вот так выходить из положения. Наши тут игрушки прыгают. Солнышко, конечно, сегодня нету. Но температура у нас 23. Градусник наш показывает. Дождь остановился. Влажность чувствуется и прохлада. Но не холодно. Вот такое оно лето у нас в этом году. В прошлом году мы уже назагорались, наплавались. В этом году что-то, ну никак. Ну, год на год не приходится. Ну, вот и все, мои хорошие. Сегодня еще отдыхаем полдня. Завтра полдня с утра и идем встречать нашего папу. И отмечаем Father Day. Окей, всем пока, бай-бай, хорошего дня и настроения.